чтоб вы знали, короче, сейчас я просыпаюсь, вижу обнову, блядь, это пиздец. Берем, короче, опа, а это что значит? То, что у нас появились новые детальки. Я вообще ничего не знаю про обнову, я увидел то, что в стиме у меня что-то грузится, я посмотрел, и это пиздец, пацаны. Так, я помню все детали наизусть, и сейчас даже угадаю, какую деталь добавили. Это... разве был? Нет. О, нихуя. Прикольно. О, шо? Какие колеса у нас добавились? Ух, нихуя себе. Теперь. Все, можем сохранять. И идти в парк. Охуеть. Мне уже нравится. Мне интересно, какой трюк добавили, потому что я еще не смотрел. Мне очень интересно. Вы понимаете? Охереть. У меня есть один только трюк. Идеален. Разрабы Scooterflow такие красавчики. Реально. Бам! Интересно, как это выглядит. Это охереть. Охереть. О, у меня такой руль в реале. Шкурка. Шкурка была с таким, типа, зеленым оттенком. Осуждаю. Просто такая шкурка была. Сохраняем и идем катать на эту же карту. Это реально великолепное давление просто. Вот так вот, бам. Ай. Нихера, кстати, я реалистично упал. Просто, бля, ну парк сделан кайфово, хотя он такой типа маленький, уютный. Похож на старый парк, который удалили из карт Scooterflow. Это очень сильно похоже, но это намного лучше, чем старый парк. Ребят, молодцы.